Продолжение Valkyrie Profile попросту не могло быть другим. В свое время первая часть этой игры стала для поклонников жанра глотком свежего воздуха. Помните ту чарующую двухмерную графику, необычный геймплей, уникальную боевую систему и полный трагизма сюжет, основанный на скандинавской мифологии? Новой встречи с полюбившимся миром пришлось ждать целых 6 лет. И как Valkyrie Profile выжимала все соки из первой PlayStation, так и ее продолжение демонстрирует чудеса, на которые способна PS2. Как и раньше, перемещаться дозволено только в двух измерениях. При этом движок Сильмерии трехмерен и потрясающе красив. Освещение в реальном времени, достоверные тени, оптически правильные отражения, бамп-мэппинг, motion blur и HDR. О технологических достоинствах игры можно говорить очень долго, но главное, что результатом стала потрясающего качества картинка. Ввиду особенностей сюжета от обкатанной модели геймплея пришлось отказаться, но игра отнюдь не стала хуже. Так, если в первой части Валькирия могла лишь заморозить врага и использовать его в качестве трамплина, то в Сильмерии уже замороженного супостата дозволяется пальнуть фотоном еще раз. Это заставит героиню и ее противника поменяться местами. На этом приеме основывается множество любопытных головоломок, которые приятно разнообразят геймплей. Боевая система и вовсе взяла новую высоту. Отныне персонажи и враги свободно перемещаются по полю боя. Можно избежать вражеских выпадов, грамотно расположив команду вне зоны досягаемости. Можно использовать элементы декораций в защитных целях. Можно и вовсе разбить команду на два отряда, планируя хитрые маневры для каждого отдельно. Отныне мы не скованы ограничением на количество атак. Имея в распоряжении определенное число очков действия, мы способны тратить их, как нам заблагорассудится. Да и сложность игры стала оптимальной. Ничто и никогда не будет даваться слишком просто. Боссы не торопятся падать на спину и сучить лапками, но в то же время особо не зверствуют. А уж про сюжеты вовсе хочется наговорить только уйму лесного, но в полной мере оценить его смогут лишь знатоки первой части. В общем, Valkyrie Profile 2 Сильмерия, как и ее предшественница, великолепна во всех своих аспектах. Пропустить ее – сущее преступление для настоящего поклонника ролевых игр. И уж поверьте, она по праву войдет в историю, как одна из самых красивых RPG для PlayStation 2.